Вы на YouTube-канале «Английский структурный метод изучения». Урок 57. Структура «Чьи это предметы?». Когда мы хотим составить предложение или что-то сказать на английском языке, необходимо помнить минимум три момента. Четкий порядок слов в английском предложении, многозначность слов и правильное произношение. Сегодня составляем вопросительное предложение. Специальный вопрос – со словом «чьи». Слово «whose» переводится «чей», «чья», «чье», «чьи». Когда мы составляем предложение в единственном числе, мы используем слова «is this» – «это есть». «Чья книга есть это» – дословный перевод. Whose book is this? Но когда нам надо спросить то же самое про множественное число, мы спросим, чьи книги это? И, как вы заметили, в русском языке слово «это» остается неизменным. Чьи книги есть это? В английском языке надо слово «это» изменить на множественное, чтобы было «эти». Чьи книги эти есть? Ну, по-русски мы, конечно, переводим просто «чьи это книги?». Whose books are these? Итак, запоминаем. This. Этот, это, эту. These. Надо произнести более протяжно, как долгое «и». These. Эти. Например, эти цветы красивые. These flowers are beautiful. Whose books are these? Чьи это книги? Plural. Множественное число. Ответ на вопрос. Чьи это книги, чьи это жакеты, будет следующим. They are. Они есть книги Дэна, например. Они есть куртки Дэна. They are. Они есть. Но мы так в русском языке не говорим, поэтому английское «они есть» мы переведем «это». И слово «есть» в русском языке выпадает. Это куртки Дэна. Давайте выучим предложение. Просто повторяйте со мной и запоминайте. Чьи это жакеты? Whose jackets are these? Это жакеты Дэна. They are Dan's jackets. Чьи ластики это? Whose rubbers are these? Это ее ластики. They are her rubbers. Чьи корзины это? Whose baskets are these? Это корзины моей мамы, матери. They are my mother's baskets. Чьи трубки это? Whose pipes are these? Это трубки моего брата. They are my brother's pipes. Чьи пояса это? Whose belts are these? Это пояса Димы. They are Dima's belts. Whose vases are these? Чьи это вазы? They are her vases. Это ее вазы. Британское произношение для слова вазы. Vases. Ваза. Vase. Но если вы любите американский вариант английского языка, вы можете произносить слово ваза как vase. Vase. Вазы, vases.
Vases. Вы были на канале YouTube, канале английский структурный метод изучения. Всего доброго!